Всем привет, это я, Оля Кекс, и давненько на моем канале не было видео про Роблокс. Скучали по Роблоксу? Напишите в комменты. Сегодня с вами играем в страшную хоррор-карту под названием Midnight Station. Мы окажемся с вами ночью на заправке в городе, где орудует вот такой вот страшило-маньяк. Наливайте чаек, делайте бутерброд. Погнали! Итак, мы с вами находимся на карте, и мне необходимо выбрать какой-то, видимо, из фургонов, в котором меня повезут. Или вот лучше давайте выберем машину. Я боюсь проходить эту карту одна, поэтому я предлагаю присоединиться к каким-нибудь роблоксерам. Ну вот, например, вот к этой женщине. Здорово, бандиты. Я присоединяюсь к тебе, женщина. Вдвоем нас точно не победить. Почему я не могу присоединиться? Прости, женщина, не могу присоединиться. Тогда я присоединюсь к мужчине. Погнали. Супер, все. Я жду. Нас даже тут трое. Посмотрите, девочка с каре, Оля Кекс и какой-то пацанчик. Замечательное трио. Загружается. Вот это уже стрёмно. Посмотрите, какая стрёмная заставка. Мы едем в машине. В такой ужасной стрёмной машине. Уже становится страшно. Итак, у нас здесь даже есть какие-то диалоги. Почему я всегда зацикливаюсь на ночных сменах? В них есть что-то такое страшное. Может быть, у них есть что-то на радио, что успокоит мой ум? Ирина, по радио. По радио передают, внимание, чрезвычайное вещание. Не выходите сегодня вечером, так как нас предупредили, что на свободе находится серийный убийца. Полиция не хочет, чтобы кто-либо выходил на улицу сегодня вечером, чтобы обеспечить общественную безопасность. Пожалуйста, закрывайте двери и окна. Если вы видите что-либо подозрительное, пожалуйста, сообщите об этом местным властям как можно скорее. Окей, ребята, нужно следить за всем подозрительным, что может попасться нам на глаза во время прохождения этой карты. Фуф, говорю я. Просто моя удача. Я уверен, что это ничего серьезного. Как вы поняли, по-русски я говорю плохо. Окей, мы приехали на заправку. В итоге никого нет, меня все кинули, мои персонажи, блин, мои роблокстеры. Ну ладно, ребят, я и сама справлюсь. Окей, погнали, заходим на заправку. Стрёмный чувак, пора звонить в полицию. Это какой-то Никадо Авокадо, по-моему, нет? Two steps ahead, один в один, ребята, вот он где. Эй, пришло твое время, мужик. Я тебя заменяю сегодня. Наконец-то, вы слышали новости? Мне жаль тебя, лол. Кек-чебурек, я уверен, что все будет хорошо. Просто еще одна ночная смена, братан. Плевать, я сваливаю отсюда. Говорят, что здесь орудует маньяк. В любом случае, увидимся позже. Ну, может быть, если ты все еще жив. Жива. Чел, ты сожрал все с полок. Я звоню в полицию. Самый страшный здесь и самый странный – это мой напарник по работе. Итак, нам нужно пройти в заднюю часть и забрать какие-то часы. Давайте заберем часы. Как я их заберу? Оторву от стены? Видимо, мне просто нужно здесь... Как? А, все. Как бы зачекиниться, что я пришла на работу отметиться. Окей, погнали. Что дальше? О! Смотрите, у меня есть пушка! У меня есть автомат. Вот так я хожу на работу, на заправку. Окей, нам нужно... У нас с вами есть задание. Нам необходимо расставить продукты на полке. Итак, вот я взяла уже одну коробочку и ставлю на пустую полочку. А все потому что... Ого! Вы видели? Я одним движением одной руки заполнила сразу всю полку. Фуф, ну пока самое страшное в этой игре – это ее реалистичность. Здесь реально приходится работать на заправке и таскать коробки, расфасовывать все эти продукты, и у меня уже, если честно, побаливает спина. Так, все, это последняя коробка, я надеюсь, после нее мне сразу выдадут зарплату, желательно в робуксах. Все, готово, посмотрите, какая красота, просто шикарно выглядит мое заведение. О! Ребята, кто-то едет, маньяк какой-то едет. Черт, сейчас будем защищаться. Едет маньяк. Пошел нахрен. Подождите, это же...
Это Наталья Бакальчук с Wildberries. Здравствуйте, здравствуйте. А что случилось? Почему вы ночью на заправке? Wildberries закрыт. Все, ребят, отбой. Это просто клиент пришел. Ну, бывает так. Бывает, что, знаете, клиента с маньяком перепутаешь и начнешь шмалять в голову. Слава богу, она выжила. Здравствуйте. Наконец-то. Почему так долго? Вы вообще не ждали. Я вот сейчас приняла ваш заказ. Продай мне это дерьмо. Ладно, с вас 5.57, леди. Я позвоню в компанию или скажу, что ты хлуша. Ну, нифига себе, блин, Наталья Бакальчук. Жестко. Ну ладно, смотрите, она дала мне денег, и мы кладем это в кассу. Бро. Все, наконец-то эта старая женщина ушла. Закрываем. Старая китайская женщина. Чао, какао. Все, ребят, становимся. Давайте запрел. Все, маньяк едет. Вот сейчас точно едет маньяк. Ребята, я не выпущу эту эмочку из рук. Та-т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 а. Что? Это тоже просто посетитель? Здравствуйте. Что вы хотите, мужчина? Здравствуйте, мужчина. Эй. Что, эй, я тебе не эй, у меня вообще-то имя есть. Ты можешь, типа, обслужить меня? Да, 7 баксов с тебя, чувак, за вот эту пачку чипсов Doritos. Ну, вот и все. На, еще тебе чипсов в голову. Окей, все, ребят, он заплатил, и мы можем эти деньги тоже положить в кассу. Страшно, очень страшно на этой карте, потому что реально заставляют тебя работать. По колесам ему еще доброй дороги. Кстати, смотрите, я стреляю по заправке. Оу. Ну на этот раз точно маньяк, я вам говорю. Смотрите, это Лара Крофт, расхитительница гробниц. Посмотрите, что ты делаешь, что ты сводишь меня с ума, боже, мама. Работает ли парень в красной рубашке, который там ползает? Чего? Лара Крофт, ты что, накурилась? Там какой-то парень ходит по дороге, он такой в красной рубашке и дико уродливый. Не знаю, не бери в голову. Так, мадам, вы будете что-то покупать или нет? Мы просто с вами здесь тратим время. Вы хотите заправиться? Давайте, 20 баксов мне давай, и я тебя заправлю как следует в твою черепушку. Все, я ее уже обслужила. Да, хреново из меня кассир. Мужик, эти клиенты сегодня просто были беспощадны. Я просто разговариваю сама с собой. А это кто? Это лучший сотрудник месяца. Вообще-то здесь должна быть моя фотография. Тем временем подъехал еще один посетитель. Очень иностранный, подозрительный машин. О, странный дед! Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут! Че? А, подожди, это полицейский. Здравствуйте, детектив. Эй, ты, что ты делаешь так поздно ночью здесь? Вообще-то я здесь работаю. Ты слышал про маньяка, который ходит здесь? Да, я слышала про него, но пока ничего странного не происходило, кроме как Наталья Бакальчук зашла. Вас предупредили, что мы считаем, что маньяк нацеливается на сотрудников заправки, и вы можете быть следующим. Замечательно. Шериф, вы видели у меня ружье? Я готова ко всему. У меня бронированное стекло в моей заправке. Я вообще ничего не боюсь. Я прошла афганскую войну. О! Это... Боже мой, что за чупашелла? Погодите, это же мой напарник, которого я сегодня подменила. Ужасный парень. Нет, это маньяк. Сразитесь со странным человеком. Ребята, мы выходим на сражение. Ему вообще пофиг. Почему все считают его каким-то ужасным и страшным? Ну да, у него озеро, прическа озера на голове. Но это не делает его каким-то отличающимся от 90% мужчин в России. Что ты делаешь? Ты должен уйти, чувак! Не реагирует, ребята. Вали отсюда. Проваливай отсюда, страшный чувак. Я вызываю полицейских, понял? Сейчас я позвоню. 911. Как думаете, удалось набрать? Не звони в полицию. Хи-хи-хи-хи-хи. Боже мой, чувак, проваливай. Я увижу тебя снова скоро, очень скоро. Куда пошел, ребята? Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча.
Куда он? Смотрите, он побежал просто по дороге, бежит куда-то. Эй, подожди, мужик. Позже в эту ночную смену. Возьмите швабру и воду для швабры. Вот здесь я видела швабру. Берем. О, посмотрите, кто-то обоссался. Да, это я шучу. Нам нужно вытереть все эти лужицы. Щик, щик. А как звучит битбокс, когда я работаю ночью на заправке? Маньяк. Ты где? Маньяк. Кто-то едет снова. Так. Выходи, руки вверх, руки за голову. Ча-ча-ча-ча-ча. Какой-то качок. Судя по всему, он не маньяк. А ничего, что у нас на заправке везде разбросаны пушки. Вот здесь. Здесь вообще, блин, РПГ лежит. Йоу, чувак, что ты делаешь так поздно ночью на заправке? Эй, здорово, просто вот напиток, пожалуйста. А, без проблем, водичка. 3 бакса с тебя. Опачки, деньги в кассу. Деньги, бабки, бабки, кэш. Чао, хорошей дороги. Фью. Еще один сразу, посмотрите, клиент за клиентом. Все, мы закрыты, не нужно сюда больше заходить. Все, мы закрылись. А это, посмотрите, что это? Какой-то дед! Пошел нафиг, дед! Здравствуй, дед-придед. Вау, я удивлен, что это место открыто. Почему это? Ну, вы не слышали, что ли, что здесь вот маньяк орудует, там всех убивает, а? Чувак, ты подозрительно говоришь и пердишь. Такое ощущение, что это ты маньяк. Со мной будет все в порядке. Ты видел, что у меня вообще М16? Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Такие милые эти NPC-шки, они все приходят, так беспокоятся обо мне, что я вот такая тут работаю ночью. Ну а куда деваться, ребят? У меня 3 ангелочка, я одна с Эмочкой. Мне нужно как-то кормить своих ангелочков. Так, следующее задание. Нужно очистить мусорные баки. 1 мусорный бак. 2 мусорный бак. Еще 3. И 3 на улице, ребята. Сжимаем булки, погнали. Сейчас этот чепушило где-нибудь прячется. Этот ужасный страшный парень с озером на голове. Так. Йо-йо, бежим обратно! А, нужно выбросить мусор в мусорное ведро. Логично. А то в карманах слишком много мусора. А это что за машина? А, это моя машина. Все, выкидываем мусор. Побежали в наше укрытие, на базу, за кассу. Снова кто-то едет. Что-то все на одинаковых машинах подъезжают на эту заправку. У нас что? Ограниченный автопром в городе? О-оу, какой-то парень в голубой рубашке. А, он маньяк-то в красный, все нормально. Это просто клиент. Просто клиент. Давай, бери свою шоколадку и быстро чеши сюда. Быстрее, я говорю. Здравствуйте. Сколько это будет стоить? Ну, вы выбрали воду. Она будет стоить 6 баксов. Да, что-то дороговато, конечно. Ха-ха, ты смешной. Реально, сколько стоит? Чел, реально стоит 6 баксов, я тебе мамой клянусь. Это просто нереально дорого. Вот тебе 4 и... пока. Ты чё? Блин, ребят, он не доплатил. Давайте тогда ему ещё обслужим шиномонтажку. Вообще пофиг. Машинам пофиг. Я в них стреляю. И 0 урона. Они, видимо, какие-то, я не знаю, бронированные у них. Вновь кто-то подъезжает. Как-то очень странно разворачивается. Возможно, водитель пьян. Посмотрим. Боже мой, это кто? Это Морган Фриман? Что, ребята, сам Морган Фриман пришел на нашу заправку? Морган Фриман, можно, пожалуйста, автограф? Ча-ча-ча, блин, Морган Фриман, подождите. Можно, пожалуйста, автограф? Извините, что я вас беспокою, прям вот в толчке. Кстати, у нас бесплатно не срут. Вы должны что-то купить на нашей заправке. Пойдем, хотя бы шоколадку, Морган Фриман, let's go. Давай побыстрее, ускорение тебе в пятки. Сейчас Морган Фриман у нас купит сникерс. Я собирался воспользоваться туалетом, но они мне не понравились. В смысле, чел, я видела, как ты пользовался туалетом, и все было нормально. Кабинка номер 2 просто в отвратительном состоянии. Чувак,
она была нормальная до того, как ты пришел. Погодите-ка, давайте проверим, что там случилось в туалете. Мне кажется, Морган Фриман сделал что-то с нашим туалетом. Возьмем сначала средство, смоющее для туалетов, и посмотрим, что там Морган Фриман натворил. Нифига себе! Ребята, посмотрите, здесь же не было такого ада в туалете. Я заходила, специально смотрела. Я вообще за каждым посетителем захожу и смотрю. А этот просто насрал в каждом. Блин, я сейчас сама чуть не обосралась. Чувак, ты что здесь делаешь? Ха-ха, просто. Я хочу какать. Ты меня пугаешь, ты специально это делаешь. А ну проваливай отсюда. Ты странный. Что? Что? Где он, ребята? Что-то странное начало происходить. Мне кажется, это все вонь в туалете. Я начала видеть галлюцинации. Так, подождите-ка, давайте лучше спрячемся за бронированным стеклом. Стремно, стремно, он меня напугал. Давайте лучше вот здесь вообще спрячемся. Все, тихо сидим. Блин, дверь открыта, давайте закроем, 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 закроем. Чё? О, идет, идет, идет этот странный чувак! А, блин, черт! Что? Он хочет купить шоколадку, я его должна обслужить. Это же маньяк! Я звоню в 911! Ладно, придется с ним поговорить. Привет, можно? Можно бесплатно какой-нибудь батончик? Ты чё? Это же ты меня испугал сейчас в туалете, когда я мыла толканы после Моргана Фримана. Нет, не я. Чё там, мне кажется, ты пиздишь. Ты не должен был приходить на работу сегодня, разве ты не слышал новости? Я сделаю так, что ты пожалеешь обо всем этом. Что? Подождите, давайте догоним его. Догоним, пистолет. Пам-пам-пам-пам-пам, остановись, тварь. Ребята, я спасу этот город. Тем временем у меня закончились патроны в моей эмке, так что придется отстреливаться пистолетом. Чи? Авария какая-то произошла там, посмотрите. И замешан во всем этот мужик с озером на голове. Чел, у тебя машина горит. Я говорил, что тебе не нужно сегодня приходить на работу. Ты об этом пожалеешь. Теперь ты будешь моей следующей жертвой. Да, блин, ребята, он за мной. О, бежит этот мужик за мной в странной футболке. Блин, странная прическа, отвали от меня. Мне удалось оторваться от него. Все, ребят, звоним в полицию. Нахрена мне вообще здесь пушка, если она никого не может убить? Алло, здравствуйте. Это департамент полиции. Как я могу вам помочь? Пожалуйста, поторопитесь. Здесь странный, уродливый мужик в уродливой красной футболке с уродливой прической на заправке. Здесь. А вы уверены, что это не был просто бомж? Я не знаю, бомж он или нет, возможно. Он мне не показывал свое удостоверение бомжа. Но это явно тот маньяк. Ребята, выезжайте. Хорошо, мы отправили двух офицеров на ваше место. Пожалуйста. Ребята, вырубили свет. Вырубили нафиг свет. Ну все. Приветики, пистолетики. Электричество вырубилось. Нам нужно починить коробку предохранителей. Так, видимо, это находится здесь. Сейчас вырубим свет и позвоним в полицию. О-оу. Походу, свет починить не удалось. Так, ну тогда остается ждать полицию, потому что вроде как они должны уже выехать были. Фуф, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, аж жрать хочется от стресса. Можно этих колечек поесть, вот это поесть? Блин, тут даже ничего не поесть. Даже шкурка... Ай, я подскользнулась на шкурке банана. Подождите, нам нужно... Кажется, маньяк идет сюда. 20 секунд на то, чтобы спрятаться. Бежим, бежим, бежим в туалете. Можно спрятаться в туалете. Слава богу, что мы там помыли уже. Но я думаю, что ненадолго они останутся чистыми. Потому что это страшно, ребята. Забегаем. Блин, 6 секунд. 5. 4. 3, 2. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Вы использовали свое оружие, чтобы защититься от ползуна. Когда прибыла полиция, они подтвердили, что он был человеком, которого они ищут.
И это все? Ну что ж, не знаю как вам, но эта игра показалась мне действительно страшной. Напишите в комменты, играли ли вы в эту карту в Roblox, и посоветуйте в комментарии еще какие-нибудь карты, в которые мне стоит поиграть.